Привет, дорогие друзья, новый выпуск по роялю. Значит, сегодня я буду открывать сундучки на аккаунте моего подписчика. У него два супер магических. Блин, я так себе хочу тоже такой инвентарь иметь. Если тоже хочешь себе два смс, ставь лайк, ребят, подписывайся на канал. Потому что, блин, я так посмотрел, два супер магических в магазине. Ух ты, у него тут еще драфт сундук. Ну, драфт сундук мы сегодня не откроем. Я так посмотрел, в магазине 4900 стоит смс. И это в сумме 10 тысяч гема получается. То есть то, что у него халявные эти сундучки, это круто. И также, ребят, я хочу сегодня сделать, не знаю, такую викторину. Давайте так, если вы угадаете, сколько выпадет легендарок сегодня за выпуск, только без обмана, не перематывайте видео, то он реально фартанет. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите в ближайшее время легендарку. Только, пожалуйста, без обмана, вы обманываете просто сами себя, если будете перематывать ролик. Я тоже загадал, и если угадаю, то мне тоже повезет. В общем, напишите в комментариях, вот, допустим, вы угадали, сейчас я покажу сундучки. Тут клановый, 2 смс, 2 магических, бесплатный и королевский. Я начну открывать сейчас бесплатный, королевский, но если вы загадали какое-то число, напишите в комментариях. Допустим, выпадет... Ну, к примеру, 4 леги. Вот в таком формате. Только вот сколько лег выпадет, тут уже сами решайте. Я свое число тоже загадал. И надеюсь, что вдруг мне повезет. Итак, пока тем временем я открыл 2 бесплатных, один королевский. Ну, я тут на них и не рассчитывал. Вся надежда на 2 магических, на клановый. Конечно, обидно то, что клановый 9 из 10 всего лишь, но тут тоже шанс есть на легу. То есть я надеюсь, сундучки крутые, 5 сундуков у нас еще осталось. И они достаточно, ну такие, с повышенным шансом на легу. Поехали, Magic Chest, смотрим. Так, 7 рарок, окей. Нет, мало рарок выпало, да. В этом сундуке не будет леги. Ну, бывает, это магический сундук. Остался еще один Magic Chest, и знаете, круг уже сужается, и шансы у меня как бы уменьшаются на то, что я угадаю. Но все равно проверим сейчас. 1200 золота, 1 хок, плюс еще 6 рарок, плюс еще 8, плюс 10. Так, если сейчас... Блин, что-то одна эпическая, мало. А комонок не было, по-моему, да, не было обычных карт. Блин, летучие мыши задрали они меня. Во всех выпусках я открываю, и только с обычных карт эти летучие мыши падают. Очень бесполезная карта. Блин, я уже начинаю волноваться, потому что, я думаю, вы уже догадываетесь, какое число я загадал. А может и нет. Ну, давайте проверяем. Клановый. Так, рарки пошли. Так, обычные. 13 рарок. Так, если сейчас 2 эпика дропнется, то будет лего. Итак, блин, нет, мало рарок было. Я рарки не считал. Ой, не рарок, обычных карт. Фух, ребятки, скажу честно, я загадал 3 легендарки. К сожалению, не угадал. Почему-то я рассчитывал на какой-то из магических сундуков, либо клановых. Ну, осталось 2 смс. Я не знаю, будет ли лего и в том, и в другом. Ну, одна лего должна выпасть. Не может такого быть, что лего не выпадет. Так как с смс 70% выпадения легендарки. В общем, ребятки, кто загадал больше 2, тот уже как бы... прогорел. Смотрим дальше. Сейчас вот интрига. Сколько же лег выпадет за выпуск? Повозка с пушкой. Отлично. Валькирия. Дальше хижина. Так, рарок прилично. Летучие мыши. Так, если сейчас выпадет 21... Да, отлично. Все. Одна уже лего есть. Одна лего уже есть. И это нормально. Так, окей. Давайте загадаем теперь легу. Ну, я не знаю. Я хочу, чтобы выпала бандитка, либо ночная ведьма. Не знаю. Давайте смотрим. Шахтер. Шахтер тоже неплохая карта. На второй уровень пойдет. Так, кстати, давайте посмотрим, что у него тут по легам. Потому что я в начале ролика не посмотрел. Нужно было изначально это проверить. Итак, смотрим. Так, у него уже есть бандитка. И у него есть уже бревно в деке. В коллекции у него все леги. Все леги в коллекции. Плюс-минус первый-второй уровень. То есть, ну, незначительно прокачанные леги. Поэтому, я думаю, он будет рад, даже если выпадет еще одна. 6200 золота. Итак, сейчас интрига, ребята. Интрига. Рарок много. Много эпических, еще много рарок. Итак, внимание, если будут... Отлично. Ребятки, ну что, теперь уже понятно, больше лег не будет. То есть выпало за выпуск 2 леги. Кто угадал, обязательно подпишись, поставь лайк и на колокольчик нажми, потому что тебе фартанет в ближайшие дни, и ты тоже вытащишь легу с ближайшего сундучка. Мне, конечно, вряд ли фартанет, я не угадал. Ну, а кто, допустим, тоже не угадал, то...
Ну, лайк поставь, может, ты... нас благодаря лайку тебе выпадет Лего, не знаю. Ладно, вскрываем, смотрим. Спарки нам падает. Ну, мы знаем, что спарки никто не пользуется, так себе карта, но зато у нас две леги за выпуск. Я думаю, что неплохо, неплохо, но с СМС это было ожидаемо. Я не знаю, что по остальным картам, я, хозяин пусть сам зайдет проверит, но в целом неплохо. Если вам такая идея, ребята, понравилась, я хочу продолжать в таком же... Не знаю, с таким же посылом записывать еще некоторые открытия сундуков, только еще добавить разнообразие в это все, делать какие-то призы. То есть я придумаю, как это реализовать, чтобы не было, допустим, обмана, да, чтобы там ролик не перемотал и сразу не ответил на этот вопрос, сколько выпадет лег. Я придумаю, как это сделать, реализую. Но если вам такая идея понравилась, на этом ролике, если соберем 6000 лайков, я буду продолжать в этом же духе. Если не соберем 6000 лайков, я пойму, что вам, ну, не сильно интересно это. В общем, подписываемся, ставим лайк. Я желаю вам от души, ребята, каждому, кто поставил лайк, чтобы вы были Лего. Спасибо за поддержку, спасибо за просмотры. До новых встреч, ребята, и всем пока.